Жители Кентау вот уже полтора месяца мерзнут в своих квартирах, батареи не греют. Поэтому люди вынуждены подключать электрообогреватели. При этом монополисты подняли цены за электричество. Жители неоднократно поднимали вопрос отопления в городском акимате. Однако результата до сих пор нет. Более того, из-за переподключения порядка 600 объектов к ТЭЦ в многоэтажных домах низкая подача тепла. Сейчас специалисты подали иски в суд по отключению от отопления 138 объектов. Тарифы у нас от 21 тенге до 35 тенге. Вот покажу вам счета на телефоне. Люди платят по 35, 32, 28 тысяч. Мы просим снизить тариф до 18 тенге. Если не пользоваться обогревателями, опять замерзнем. Четыре котла у нас работают в штатном режиме, но в целях профилактики котлы нужно чистить каждые две недели. Чистят по одному котлу за раз. Именно в этот момент температура тепла падает.